Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на такую вот вещь. Это такой немножко, ну давайте назовем сборник хитов, ну или просто песен Джастина Тимберлейка и Кристины Агилеры. Зачем эта штука нужна была? Если вы как-то связаны с Джастином или с Кристиной, то вы, конечно, знаете, что у Кристины был тур «Стрип», у Джастина был тур «Justify», насколько я помню. И они вместе объединились изначально и вместе как бы ездили в этом туре. И, соответственно, в поддержку этого тура была выпущена вот такая вот версия. Это просто сборник песен Кристины, сборник песен Джастина. Ну, вы сейчас посмотрите. И давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Такая вот интересная песня Кристины Агилеры, которая не входила на альбомы. Джастина я, честно, не разбираюсь в песнях, но вы посмотрите сами, входила она куда-то или нет. Также ремикс на Beautiful, Rock Your Body, достаточно такой хит у Джастина. И это ремикс Fighter, ремикс Кристины, и Cry Me River, это тоже такой баян, даже я знаю эту песню. Ну, давайте смотреть, что у нас здесь есть. Такое достаточно незамысловатое оформление, белый диск. Здесь у нас вот такая вот вкладыш и такая вот рекламка альбома Stripped и Justify Джастина. Значит, ну, в принципе, интересное издание для фанатов Кристины, для фанатов Джастина. Его можно найти по достаточно хорошей цене. То есть, в общем, как-то так. Надеюсь, вам понравился данный обзор, он вам был полезен, и вы определились, брать или нет. Огромное спасибо за внимание, пока-пока.